Всем привет, мои дорогие зрители, друзья. Сегодня Международный день бедности, 17 октября. И я поэтому выбрал такой фон белый, потому что нет особых красок в жизни бедняков. Бедным человеком считается человек, по мнению Организации Объединенных Наций, у которого на сутки есть 5 долларов, то есть меньше 5 долларов. Если уже 5 долларов есть и 150 долларов в месяц, то этот человек бедным считаться не может. Странный подход, потому что это очень маленькая сумма. И если проживает человек в стране, где есть холода, где нужно покупать одежду, такую вот зимнюю, и она дорогая, одежда, обувь. Если есть холода, часто человек болеет, и нужно лечиться, и нужно отапливать жилье, то, конечно, этот порог бедности очень-очень занижен. Вот. И у меня вопрос больше всего такой, почему в мире столько бедных людей? Знаете, столько философий есть различных. Люди вот живут уже тысячи лет на планете, а бедных не становится меньше. Сегодня их миллионы, я думаю, сотни миллионов. Хотел сказать миллиарды, поэтому такое миллионы. Да, сотни миллионов бедных, и их не становится меньше, их все больше. Мне жалко бедных людей. Я не скажу, что я богатый, потому что если учесть многие факторы, то... это видео не про меня, не про мои доходы. Вот. Но мне жалко бедных людей, если у меня есть чем поделиться. Даже там какая-то гривна, которую я могу потратить на себя, потратить на бедного человека, то я всегда стараюсь поделиться. Можно разговаривать и философствовать очень много о том, почему много бедных, и о том, кто должен этот вопрос решать. Но когда вы проходите мимо бедного человека, у которого вообще нет покушать, он лежит, часто вы видите такие вот бомжи, лежат там это. Да, разные передачи бывают о том, что этих бедных людей практически эксплуатируют кто-то для сбора денег, но не всех, я точно скажу, не всех, потому что бывает, ты видишь этого человека постоянно и иногда, может быть, даже с кем-то заговоришь, понятно, где человек реально бедный и нищий, когда он ходит вот с этими котомками, когда у него отобрали квартиру и выкинули его просто на улицу, особенно если это столица. И тут таких видишь людей, у которых все добро, знаете, в двух клетчатых сумках порватых. И вот летом на этом человеке все шубы, которые у него есть, там затасканные, замызганные. Все. Таких людей очень жалко. И как я делаю? Если есть возможность, я чем-то помогаю. Особенно там купить покушать человеку, хотя бы чуть-чуть. Ты не ведешь его в ресторан или там его, ее там, вот, бедного человека. Но хотя бы покушать. И это может быть кому-то смешно, но это жизнь человека. Я вам очень советую, проявляйте любовь и заботу о бедных людях. Не думайте о том, что у вас у самих по стандартам ООН не дотягивает бюджет до уровня какого-то. Не думайте так. Потому что есть силы свыше. Да, я верю в Бога, а вы верьте в кого хотите. Но если вам дано, наверное, для того, чтобы вы поделились. И не надо размышлять о том, почему человеку другому не дано. Нужно помогать. Но не для награды помогать. Не для того, чтобы вам потом на небесах или здесь на земле что-то зачлось. Нет, просто, знаете, потому что вы не можете пройти мимо беды человека. Когда лежит человек весь грязный на этих сумках, своих котомках, он пошел по миру с умой. У него больше ничего нет. И никого, кто бы ему помог. Вообще никого. Я уже говорил, наверное, как я бомжу помог, который сидел, и все мимо него проходили, и
казалось, что если они пройдут даже в 2 сантиметрах от этого бомжа, они чем-то вот заразятся, я не знаю, грязью его заразятся, может быть, бедность на них перейдет его. И все его так сторонились, обходили, 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 и обошел я. А потом я вернулся. Я прошел мимо сначала, но потом я вернулся. И я дал этому человеку денег. Не скажу сколько, но дал. Потому что вот я представил, сидит человек, у него нет вообще никого. У него что-то болит, а это никому не нужно. Он никому не нужен в этом мире. Можете себе такое представить? Он никому не нужен. Есть вы, у которого еще осталась совесть. Единственный вы. А все остальные проходят мимо. Есть только вы. И вы можете сегодня, сейчас сделать этого бедного человека счастливым, чтобы он хотя бы чуть-чуть почувствовал себя человеком. Проявляйте заботу о бедных. Просто так. Потому что вы человек. Потому что вы богат. И не считайте свое богатство. И не считайте богатство чужих, других людей. И не оценивайте бедность других людей. Если есть возможность, помогайте нуждающимся. Вопрос не в том, кто насколько беден и богат, а вопрос в том, кто насколько нуждается. Я вам желаю достатка. Я искренне желаю всем людям достатка всегда. Потому что чем больше люди будут иметь, тем приятнее будет на них смотреть. Они будут счастливы, здоровы, красивы и так дальше. Вот. Поэтому я вам желаю счастья и богатства. Я вам желаю, чтобы у вас было щедрое сердце. Щедрое сердце – это самое большое богатство, поверьте. Потому что тот мир и радость, которую оно приносит, вот это действие благодеяния, оно не сравнится ни с чем.